Так, всем добрый вечер. Давидушка кашку кушает. Сейчас он вам покажет, как он кашку ест. Вот так, как он молодец. Мы недельку простуженные были, сидели дома, в садик не ходили. Теперь с новыми силами. Завтра понедельник, идем в детский садик. Хотела вам, кстати, показать, какой нам к 1 сентябрю сказали принести там канцтовары, нам вот списочек давали. И я сейчас буду как раз на завтра собирать сумку с этими канцтоварами и заодно вам покажу. Поведу завтра в садик Давидушку и отнесу этот пакет с канцтоварами. Кушай. У нас как бы, когда ребенок поступает в садик, у нас денежку не сдают, взносов нету денежных. Нам дают такой список с канцтоварами. Мы их покупаем, там игрушки, канцтовары. И относим в детский садик 1 сентябрю. Давулечка, давай не будем баловаться, покушаем, да? Чтобы завтра в садик пойти сильными, да? Ну, показывай, как ковшик в ротик загребает кашку. Давай. Ну, давай, поехали. Вот это да! Целую ложку. Так, вот такой вот у нас список. Кому интересно. Тонированная бумага, 40 листов разных цветов. Бумага А4, белая упаковка. Папка файлы. Две упаковки бумажных полотенец. Две пачки салфеток однотонных. Восковые карандаши вис. Книжка-раскраска, одна погремушка на ручке. Это не грация, это не будет танцевать, им в ручках нужно держать, погремушки будет. Потом игрушка по сенсорике одна, судочек, ну лоточек, типа как для этой, контейнер на 7 литров. Два полотенца для рук. Полотенца для рук мы уже отнесли. Чешки белые мы тоже отнесли уже. Расческа одна. Клей ПВА с кисточкой и один рулон туалетной бумаги. Вот такой списочек. Мы уже все купили. Сейчас я буду складывать пакетик и вам все покажу. Итак, там что у нас в первом списке? Тонированная бумага, 40 листов разных цветов. Вот такая вот прелесть. Вот тут все разные цвета. Красный, зеленый, синий, там целая упаковка. Черный с этой стороны, там всяких цветов, тонированная бумага. Она двухсторонняя, с двух сторон одинаковый цвет. Вот. Так, это есть первая тонированная бумага. Бумага А4 белая, упаковка. Есть. Что там следующая? Папка и файлы. Вот папка. И в ней файлы. Есть. Так, дальше у нас две упаковки бумажных полотенец. Вот они. Дальше две пачки салфеток однотонных разных цветов. Вот такие салфетки однотонные. Бабушка нам с Харькова привезла красненькие и желтенькие. Это, как она мне объяснила, они будут делать с них аппликации, с этих салфеточек. Вот таких цветов. Так, следующий у нас восковые карандаши ВИС. Вот такие вот карандашики восковые. Да уж, кушай кашку. Дай. Восковые карандаши ВИС. Следующий у нас книжка-раскраска и одна погремушка на ручке. Вот такая разукрашечка симпатичненькая. Тоже бабушка нам с Харькова привезла. И смотрите, как прикольно. Картинка. И к ней разукрашечка. Можно ребеночку посмотреть, как разукрашивать. Класс, да? Мама в садик отнесет, и будешь там рисовать, разукрашивать все. Вот такая штучка. Погремушка на ручке. Игрушка по сенсорике. Вот такой лабиринт мы взяли. Давида когда-то такой был уже. Вот мы взяли такой же. Вот такой вот лоточек на 7 литров попросили.
Вот, судок 7 литров. Потом 2 полотенца для рук. Они должны быть с этими, господи, как они называются, подшитые и с петельками мы тоже уже отнесли. Чешечки мы тоже отнесли, уже белые. Расчесочку отнесли тоже. Потом клей и один рулон туалетной бумаги. Вот туалетная бумага стоит, желтенькая. И клей, сейчас еще вам покажу. И вот такой клей. Там откручишь его, и там кисточка. Тоже она объяснила, так с кисточкой им удобнее. Так что вот, вот такие вещи мы несем в детский садик. Вот это вот все. Ну, как бы немного. Ничего. Это все нам нужно завтра отнести. Все, всем пока. Давушка доедает кашку. И мы собираемся спать. Всем спокойной ночи. Пока-пока.